Давай, надо уже праздновать вовсю. Опа! Слушай, Коль, но думаю, не ошибусь, если скажу, что в наступившем году мы все с нетерпением ожидаем Олимпиады. Вот скажи мне, у тебя какой любимый вид спорта? Ну, как ни странно, фигурное катание. Хотя, конечно, беспокоит субъективность судейства. Вот почему в том же биатлоне нет таких проблем. Вы знаешь, если фигуристам, как биатлонистам, дать по винтовке, то судейство сразу же станет гораздо более объективным. Но нам на голубом огоньке субъективность не грозит. Каждый исполнитель и так заслуживает самой высокой оценки. С Новым годом! С Новым годом! Послал однажды.